О, привет. Привет, Саш. Знаешь, какой сегодня день? Сегодня, по-моему, 24 января, четверг. Да, совершенно верно. А что сегодня происходит? Техника, не знаешь? Ну, я слышала, что что-то будет сегодня. Что-то важное. Что-то торжественное, что-то, да, такое. Что-то ожидаемое, я бы даже сказал. Девочки, все нарядные ходят. Неспроста это. Я так думаю, потому что сегодня стартует самый горячий, самый ожидаемый конкурс красоты и индивидуальности «Мисс ЕТ 2013». Поехали! Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Елена. С 3-2-пи. Еще раз? 3-2-пи. Очень. Да, да. Пришли поучаствовать или выиграть? Поучаствовать и выиграть. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о себе. Какая группа? Группа 1Т1. Тебя зовут? Ксюша Нарица. Зачем пришла на кастинг? Зачем пришла на кастинг? Потому что хочу участвовать. Победить. Да, и спала? А его и не было? Его не было? Уверена в себе? Все? Да, все хорошо. Ну, 30 на 70. Как настроение? Хорошее. Все, молодец. Hey.
Waitresses seeking, just getting it. I'm so Jordan, I'm just getting it. I confess I'm the best, no contest. I've been singing to make it hot. No guitar, but I'ma make it rock. Tilt your head back, take a shot. Urge into this, but I'ma make it pop. No red light can ever make you stop. Got the green light to light that green. And the end of the side, but for y'all, if you like that clean, I get to look like my team. Кристина. Какая группа? 1Т1. Ты довольна, что ты прошла? Да, очень довольна. Я очень хотела. Волновалась? Когда речь говорила, очень. Ну, а потом привыкла к сцене и... Ну, а сама как думала ты? Вот, исходя из того, что прошло, из того, что ты сделала сама, ты прошла? Ну, для тебя вот сейчас это решение было ожидаемым? Думаю, да. Молодец. Удачи тебе. Спасибо. Спасибо. Еще увидимся. Максим Шепро. Добрый вечер, Евгений. Привет. Выдался непростой вечер. Столько красивых девушек. Сложно было отбирать? Да. Я тебе скажу, что выбор на кастинге происходит гораздо сложнее, нежели на выбор на конкурсе. Потому что на конкурсе уже есть шоу, есть красивая картинка. Да, и мы просто смотрим, кто из них, так скажем, хорошо работает, хорошо выделяется. Я еще раз повторюсь, каждая девушка красивая сегодня была, каждая девушка красива по-своему. Но мы должны найти индивидуальность в каждом человеке. Хорошо. А
какие-то неожиданные решения от жюри были сегодня? Нет, были, конечно, обсуждения конкретные, то есть мы обсуждали каждую кандидатуру. То есть не зря было три этапа на кастинге. Это, получается, первая визитная карточка, танцевальный блок и дефиле. То есть все было по плану? Конечно. Никаких изменений там в связи с новыми лицами, каких-то новые условия не появились? Нет, все было как запланировано. В общем, как ты? Доволен, недоволен? Остался при каком впечатлении? Я доволен всегда. Это сложно сейчас сказать, потому что это понимается только через неделю, через две, когда происходит какая-то работа. Ты смотришь на них, как они развиваются, как они начинают уже превращаться, так скажем, в прекрасную леди. Ну, то есть это уже по-другому все воспринимается. Значит, мы вернемся к тебе через какое-то время и обязательно повторим этот вопрос, чтобы у тебя был готов ответ. Спасибо. Удачи и понеслась.